Ну, как мог ты, взрослый мужчина? Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее. Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы всегда может найтись и другая сила. Во всяком случае, на будущее я тебя очень прошу, уж будь любезен, без моего разрешения таких действий не предпринимать. Слушаюсь. Но тогда и ты уж, пожалуйста, учти на будущее, что если еще когда-нибудь ты позволишь себе хотя бы заговорить со мной таким тоном, то я здесь больше не появлюсь. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам, на том простом основании, что я мужчина.